счет открыт. Увидели мы все-таки быстрый гол. И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры. Повтор забитого мяча. И на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. Харис Сеферин. Здорово он с мячом идет. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И счет открыт. Увидели мы все-таки быстрый гол. И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры.